Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компонент Alpha User Point. И это вторая часть, урок номер 82. Мы продолжаем с вами разбирать инструмент розыгрыша. Следующее, что я вам хочу показать, это как разыграть купон. Давайте сначала создадим новый купон. Заходим в купоны, нажимаем создать, генерируем код купона, пишем какое-то описание, категория, я выбираю купоны. Выигрышные баллы, например, 2200 баллов человек выиграет после активации купона. Истекает, дату ставить не буду. И нажимаем «Сохранить, закрыть». Все, купон у нас создан, называется «Новый». Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переходим в панель управления. Переходим в розыгрыши. Давайте создадим новый розыгрыш. Описание. Новый. Создаем в корне, например. Регистрация. Баллы для участия писать не будем. Списывать баллы не будем. Количество победителей пускай будет один. Система розыгрышей. Выбираем коды купонов. И после этого выбора у нас ниже меняются настройки. Код купона у нас 2200. Мы с вами сделали только что. Выбираем его здесь. И при желании можно выбрать еще, но это, скорее всего, сработает, когда у нас будет выбрано победители 3. Здесь поэтому ничего не делаем. Послать код купона на e-mail. Да, обязательно ставим. Дата розыгрыша сегодня. Сохранить, закрыть. Теперь нам необходимо вставить в статью. Переходим в менеджер материалов. Заходим в материал. Я удаляю старый купон. Точнее, старый розыгрыш. Выбираю розыгрыш, новый, вставить, сохранить, закрыть. Итак, я подписал 3 тестовых пользователей на эту лотерею. Как это сделать, я показывал в прошлом уроке. Давайте разыграем этот купон и посмотрим, как компонент Alpha User Points определит победителя и отправит ему на e-mail, который он использовал при регистрации на этом сайте, код с купоном. Нажимаю на ссылку «Провести розыгрыш сейчас». Итак, определен победитель. Имя тест. У тестового пользователя зарегистрирован ящик на Яндекс. И вы видите, только что пришло письмо. Вы выиграли персональный код купона с заголовок. Заходим внутрь. Здесь все написано. Мы можем взять теперь этот купон, код, и активировать его на странице данного сайта. Заходим на сайт. Давайте посмотрим, сколько у пользователя тест сейчас рейтинг. Давайте посмотрим в админке. Перейду в панель управления участники. Тест победил у нас. Всего у него сейчас 685 баллов. И сейчас мы авторизуемся под этим пользователем. Это у нас просто тест. И активируем купон. Поздравляем, вы заработали 2200 баллов. Обновляем страницу. И также здесь мы можем наблюдать, что тест только что активировал код купона. У нас все с вами работает. На этом я заканчиваю этот урок. Надеюсь, для вас он был интересен. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте –
Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.